А, да, Привет, красиво. привет. Да, это Анна такая. У меня такое кольцо красивое. Сними, положи его на стол. Я говорю, что ты тебе буду кость снимать? Может, тебе еще что-нибудь снять, На стол еще показать? положи. Я говорю, ты что? У меня, во-первых, уже ланч, я буду тебе кольцо снимать. А колечко я покупал, когда мы в Россию ездили. Помнишь, у меня белое платье же был мамин на юбилей. И я купила эти... А кольца не было в наборе. Я отдельно брала в Мэссис. Дешево оно тогда было чуть. Не знаю сколько, но то, помню то, что недорогое. Я такая, я уже смотрела везде в магазин, чтобы купить кольцо. Я говорю, Марин, а ты носишь? Если ты Она не любишь, носит. как бы иногда нарядить, там что-то, тогда да, купи, если тебе нравится. А если просто так валяться будет, для чего? Я вот пока... Пока работала в ресторане, я ничего не могла носить, потому что все горячо было. В руки продукты, и пища туда воняет же. А это кольца нагибаешься на грилю, например, оно прям горячее становится, и это Да прям ты чего? горячее. Да я... Как бы не думаешь про такие вещи, Да, да? а потому что кто не знает, ну Да, 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 ну да. знаете, горячее становится, так наклонишься, а потом так встаешь, оу, блин! Да я не носила Круто. вообще это. Потому что такой, знаете, какая жара? Там, наверное, 120 градусов. У меня такая жара была. Я мокрость забыла. Как сейчас вспоминаю, как будто в аду работала. Но мне Да, нравилось. да. Но мне нравилось работать. Я так люблю. Я вообще люблю на кухне. Я на кухне люблю время проводить, люблю готовить. Но сколько раз? Я очень много готовлю. Я иногда начинаю, говорю, о, начну это готовить. Тут же увидел что-то, я тут же еще что-то готовлю, еще что-то. У меня фантазия работает прям быстро, я какой-то новый блюдо могу так придумать. Но снимать? Нет. Надо, знаешь, Для еще, чтобы меня... кто-то снимал тебя. Снимать... Во-первых, я как готовлю? Я готовлю очень быстро. Очень быстро. У меня все под рукой, и потом оно все у меня летит в раковину. У меня после... Как я приготовлю ужин, у меня полный раковин будет посуду. Потому что я здесь замариновала в этой тарелке. Ну, как вот в ресторане Ну делала, мне да, это да, да, привычка. да. В одной посуде ничего делать не будешь. А здесь, например, обжарил муку, сразу выкидываю туда, например, для подливы. Оба, здесь уже берешь другую сковородку. У меня всегда очень много посуды. Мы всегда говорим, мы вдвоем живем, мы 2 раза в день делаем посуду, мойку включаем. Да? Я потому что не могу. И, во-первых, когда едим, мне надо обязательно, чтобы тарелка была, салат в одной тарелке, что-то нарезала, все один. Я в одну тарелку не люблю все складывать. Ну, немножко есть у каждого свои эти тракашки в голове. Вот Да. у меня такие. У меня нет таких тараканов. У меня вот есть. И Я я хотела сейчас знаю. просто на крышечку поесть эту запеканку, а на тарелке Какая... прям Какая, я говорю, культурненько. крышечка. У нас тарелочки есть хорошие. Почему Я нет-то? запросто смогу. Не, Надя, ты вот видишь, у всех свои Да, эти. да. Ничего не сделаешь. Я иногда, например, мой может поесть. Ну, во-первых, мы едим разную еду. У меня вечно диетическая. А у него всегда картошка. А картошку я вообще не ем. Я ее даже, я не знаю, я ее люблю или нет. Я люблю Такое очень. ощущение, я никогда не наедалась картошкой. Вот всю свою жизнь такое ощущение. Я даже не понимаю, люблю я ее или нет. Вот попробуй, когда жарится, им там могу одну взять. Так, их вкусно. Я даже у меня кого-то в мозгу стоит тормоз, что ты даже не можешь это есть. Вот бывает на что-то. Вот макароны. Я макароны точно люблю, знаю. Но я их забыла, я когда последний раз их вообще ела. Вообще забыла. Ну, да. И поэтому у меня муж всегда может около телевизора сесть с тарелкой, там, ну, на журнальном столике может поесть, все, ему пофиг. А я, он уж поела, я себе там тарелочку делаю красивую, пойду в дальний рум, большую комнату, сяду с бокалом, с каким-нибудь венцом или шампанским, сижу, поставляю под что-нибудь, смотрю, мой такой, а ты что сюда ушла? Ты что не пришла? Я говорю, ты телевизор смотришь, а я здесь... Я могу 2 часа ужинать. Медленно. Вот есть у меня вот такой во мне. Медленно. Я не люблю быстро есть. Я могу запросто. Ну, Лишь бы брюшко набитое как и помню, пошел. я как помню, мама была. Еще мы Мама у нас быстро. Вашингтон еще жили. Мы купили новый диван. А диван такой был классный. И там
середка прям опускалась прям стол. Прям стол. А, поняла. Хорош такой. Не вот сейчас, как бывает, просто ручку опускаешь там для стакана. А это стол был. Так классно. И это. Я на кухне сучусь, говорю, мам, давай, мы сейчас это. Стол. Нет, представляю. Стол накрою, и мы это выпить, что приготовлю, сейчас все. И все. И я пока вот таскаю. Все натаскал, например, это. Прихожу, она уже сидит. Мам! Да подожди ты меня! Ну вот этот, она и говорит, Свет, я понимаю, а я не могу ничего с собой сделать, у меня вот такое. Я, она уже начинает, она, ой, кусочки положила. Да, вот она, вот так вот. И я уже, знаешь, я уже никого не зову, никого не прошу. Я сама заберу свою тарелку и пойду в другую комнату сижу. Я даже Ваське ничего не говорю. И иногда тоже. Ну, давай здесь сядем, у нас еще здесь, где кухня есть, стол тоже большой довольно-таки. Он такой, давай здесь поедим. Я говорю, давай. Я ему тарелку пока поставлю, потому что у него одна еда. Я себе другой пока делаю. Там что-то. Приду, пока поставлю, сяду, а он уже все. Я говорю, ну, хорошо, поужинали. А тут еще как будто, знаешь, еще принято ждать друг дружку. Да. Жоп у меня всегда. Ага, всегда сидит, меня ждет. А я тоже. Он, например, чем-то там суетится на кухне. А я возьму. Он заходит. Как будто тебя тоже ждал. А сама не могу ждать. Вот видишь, Надя, у всех разное. Вот видишь. Да. А я буду ждать. Я даже. И у меня. Вот вспомни, даже когда ко мне приходит, все уже сидят. Ну садись, что? А я все что-то хожу, мне что-то надо. Вот какая-то кукусики, бабасики. У всех свои таракашки. Да я и говорю, как вот я ем, как я себя веду, я должна быть кость ходящая, да? Я представляю, чтобы я была, например, как мама наша, быстрее поедет. Но она как быстро съест и быстро. Как Она энергичная. Но она энергичная. Я имею в виду, я вообще не знаю, зачем я толстая. Знаешь что? Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Это факт. Чтобы выжить. Едим эту запеканку, которую я делала. Сегодня забрала из холодильника. Малокалорийная? Да, хорошая. Кстати, мне муки надо заказать. Я хочу это. Я же заказала эту. Не могу есть, ненавижу есть на этом. Я заказала такой контейнер. 4 левела. И очень хороший. Заказала. Да, пришло прямо на следующий день. Моментально. И знаете, я сейчас сделаю. Потому что я... Покажи-ка, Свет, сними-ка, покажи, как оно смотрится. Я это, контейнер, вот туда настряпать, например, вареников. Например, один левел с картошкой. С картошкой. Второй, например, с творогом. Там, ну, например, с вишней, там, лучше свежие. Сварил, как бы замораживать, я что-то не думаю. Пельмешки, например, с курицей, там, с говядинкой. И вот все, с капустой. Миша, говорю, ненавижу есть это. Левелы такие, прям вот закрывается. Вот я купила 4 левела. Вот такая коробка, контейнер такой с крышкой. Там прям открываешь, чтобы не фризен было. Очень хорошее. И в морозилку поставил. И что надо тебе, когда не из пакета доставать? Потому что я вот сейчас лазила в холодильник. Вчера искала место. В морозилке искала место для мороженого. Купила Масику мороженое. И не могу. Ройс пакетик нашла с этими с варениками. Слушай, а там вот есть такие вот выемки? Или просто там ровные? Не флат, нет, там немножко есть, да. Классно, сними, пожалуйста, я хочу посмотреть. И, кстати, которую я сказала, она была, это как бы, дил. $17, $16.99 всего. И такая розовенькая, цвет хороший. И там, кстати, знаете, даже настряпала, наморозила кому-то. Надо, взяла, там прям такая-то ручка, прям, оп. Ручку взяла и все, отвезла. Кстати, удобно, очень удобно. И они что, не прилипнут? Не прилипнут, они не лежат вместе. Сразу наложил и в морозилку ложу. А то обычно я на какую-нибудь это, разнос или вот пеку этот щит вот этот. Ложу, закрываю этим пластиком, потому что не хочу, чтобы оно это потрескалось. Пластиком закрываю. А потом...
надо вытаскивать, перекладывать пакет. А когда вот из железного, особенно не могу, вот из железного вытаскиваешь, пока до кухни двигаешь руки. А я вот в ресторане когда работала, я же у меня постоянно, я вот морозил, у меня полная морозилка была, вот эти, тягаешь, ой, руки все морозишь, ты пока добежишься. У меня в гараже морозилка еще стоит такая. Вот такие вот дела. У нас сегодня собрание. Сейчас мать придет. Нет, нет, они в 11 начнут. Сейчас еще эти. Зеленый сказал, что они в 9. А мне Стефани сказала. Я говорю, а где Эндрю? Потому что его мать должна привезти. Да. Она и говорит, они сейчас пока все это решают. Там как бы, чтобы мать уже перед актом поставить. Вот, они сколько будут? С 9? Не знаю. Ну да, я, кстати, не это, никого не видела. Угу. Все они где-то. Вот такие вот дела у нас, короче. Сегодня собрание будет, и матери уже показывать все видео, как он, как он ведет себя в школе. Все подняли, все архивы, вот эти наши видео. И прям как чтобы она знала. Фильм сделали, да, как фильм сделали, да. И чтоб уже, и вот сейчас, видишь, начальство с офиса придут. И чтоб уже решить, во-первых, они уже должны договориться с той школы, куда он пойдет. Да. Чтобы они сказали, так, у него уже есть место, там, как бы уже вот это финальное. Ну, надеюсь, он уже больше не придет. Потому что вот он вчера был, он утром только пришел. Я ему такая говорю, Эндрю, давай бери свой этот ланч. И завтрак свой ложи, у нас коляска такая, как вот мы, как в шаппинг-кар, мы ходим в кафетерий. А я говорю, ложи в эту. Он такой подходит ко мне и вот так вот рукой берет, вот смотрит мне в лицо и вот так вот. Хочется. Раз сделал, а я смотрю, прям в лицо ему смотрю, он опять такой. И вот такой, руки чешутся. Да, да. И такой, окей. Я развернулась, пошла, отошла от него подальше дистанцию. Так я говорю, Эндрю, давай-давай, положи свой завтрак, потому что ты сейчас в туалет пойдешь. Поэтому ты и говоришь, он что-то это сегодня пошел, сделал. Потом пошел туда, к столу, как обычно, после туалета, и стоит. А этого нет шейна, чтобы ему компьютер дать. Я говорю, садись, сейчас Шейн придет, он начал уже. Да, я да. так и знала, он будет так себя уже вести. Возможно, он уже знает, что если я себя плохо буду вести, меня отправят домой. Может, он не хочет в школу ходить, может, он хочет быть дома. Никогда ничего странно, не знаешь. Странно, он как бы мать не любит свою. Да он, то кто знает, кто же сидит. Да я не знаю, что. Не знаю, что, короче. А уж, еще Маринка же говорит, мы, говорит, шли с ним по коридору. Он прям, говорит, разворачивается. Шел-шел. Вообще никакой причины. Просто, говорит, развернулся. Как? Даст, говорит, мне вот так кулаком. Ей прям? Да. Это вчера, да? Да. И это, я говорю, Мария, ну в прошлый раз был точно так же. Со мной. Он мне как? Даст кулаком. Что такое? И вот когда я говорю, я пришла тогда, и тут начала, вот в тот день как раз, я говорю, что такое? Детей толкает нас. Ну и что это такое? Мы что, должны нянчиться-то с этим? Нет, а? Ну вот не знаю сейчас что. Рэйчел, я говорю, Рэйчел, ты пойдешь на спарринг? Она говорит, да. Я говорю, ну ладно. Уж расскажешь кто-нибудь. Я это зеленый сказала, говорю, обязательно нам расскажи то, что нам надо, значит. Да, надо, да, нам, да, надо. Да, да. Но то, что мы должны знать, ты должна сказать нам. Ладно. Ну ладно, ребят, завтра что? В это же время мы вам скажем. Меня не будет. А, Надюш, не будет. Буду ухаживать за своей кошечкой маленькой. Ну ладно, я буду это. Надь, доедай последний кусочек. Нет, нет, это тебе, Свет. Ну куда я столько не съем? Я значит, съела. Ну ладно, ребятки, до завтра. Пока-пока.